Полное название утреннего рейда – «Ребенок, пассажир и пешеход». На участке улицы Чикина между 2-м лицеем и 14-й гимназией сотрудники Одинцовского отдела ГИБДД проводили так называемую «тотальную проверку». Все автомобили проверялись на наличие детских удерживающих устройств. По словам инспекторов, сегодня водители относятся к правилам перевозки детей намного ответственнее, чем раньше. Тем не менее, нарушителей хватало. Про детское кресло уже пишем, говорим. На каждом телевидении, везде пишем, в школе, в какой? В 14-й учится в школе? Да, да. И что, он не знает, как надо ездить? Знает. Он, наверное, говорит, а папа с мамой не слушают их. Некоторые относились к выписанному штрафу спокойно, извинялись и обещали исправиться. Но были и те, кто воспринимал наказание за отсутствие автокресла как личное оскорбление. Дескать, своего ребенка как хочу, так и вожу. Оставалось только восхищаться профессиональной выдержкой сотрудников ДПС. 10 дней на обжалование у вас сейчас и 60 дней на оплату штрафа. При оплате в течение 20 дней штраф оплачивается в размере 50%. Говорят, нарушителей надо хоть раз вывозить на ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. Это прививка от безответственности на всю жизнь. Лица инспекторов буквально расцветали, когда они видели по всем правилам пристегнутых детей. Ребенок пристегнут, да? Да, вот как положено. Все в порядке, ребеночек пристегнут, все, молодцы. Все, всего вам доброго. Спасибо и вам. В конце прошлого года по интернету пошла гулять информация о том, что с 1 января применение детских автокресел стало необязательным. Это 100% фейк, не соответствующий действительности. Сегодня после зимних каникул опять же хотели родителям напомнить, что детей до 12 лет надо перевозить строго в детском удерживающем устройстве. Рейд у нас проходил с 7:30 до 8:30. За этот час составлено 11 протоколов. Всего же за прошедший 2016 год за нарушение правил перевозки детей было оштрафовано 940 водителей. И в 2017 году интенсивность подобных тотальных проверок на территории района только возрастет. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».